Привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам рассказать, что вы получите при заказе у нас вторичного теплообменника для котла Navien ACE 35 кВт. Вы получаете вот такую вот коробочку. На ней будет написано Navien, сделано в Корее. Также будет наш стикер, где будут указаны размеры теплообменника и каким котлам он подходит. Данный теплообменник подойдет для котла Navien ACE 35 кВт. Давайте посмотрим, что у вас будет внутри. Внутри у вас будет благодарственное письмо от нас и сам вторичный теплообменник. Теплообменник будет упакован в пупырку, чтобы он не сломался, не повредился при транспортировке. Данный теплообменник оригинальный. Точно такие же теплообменники устанавливались на ваш котел на заводе изготовителя. Теплообменник выполнен из качественных материалов, что увеличивает срок его эксплуатации. Вторичный теплообменник для котла Navien является неотъемлемой частью системы отопления и горячего водоснабжения, выполняя ключевую роль в эффективной передаче тепла от нагретого теплоносителя к воде, используемой в бытовых нуждах. Установленный внутри котла, он функционирует по принципу противотока. Горячий теплоноситель проходит по одним каналам, в то время как холодная вода по другим. Между этими каналами располагается тонкая металлическая стенка, которая обеспечивает передачу тепла от горячего теплоносителя к холодной воде, сохраняя их разделение. Благодаря этому процессу, когда холодная вода проходит через теплообменник, она быстро нагревается и поступает к потребителю. Использование теплообменника в котлах Navien не только обеспечивает быстрое получение необходимого объема горячей воды, но и значительно повышает энергоэффективность использования энергии, что сокращает теплопотери. Для заказа данных теплообменников переходите по ссылке под этим видео.